Новость последних минут. Швейцарская полиция проводит новые аресты чиновников ФИФА в Цюрихе, где собрался исполком организации. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. Среди задержанных президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки Альфредо Хаффет. Инициатором вновь выступили США. Обвинения в коррупции, по некоторым данным, на этот раз могут быть предъявлены более чем 10 функционерам. Напомню, ранее из-за крупнейшего скандала, связанного с отмыванием денег, были арестованы высокопоставленные спортивные чиновники, включая вице-президента ФИФА и глав некоторых национальных футбольных союзов. От исполнения своих служебных обязанностей также отстранены руководители мирового и европейского футбола Йозеф Блаттер и Мишель Платини. Последнему, как сообщается, арест, скорее всего, не грозит.